Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Моисей требует освобождения израильтян. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Если фараон скажет вам, сделайте знамение или чудо, то ты скажи Аарон, брату твоему, возьми жезл твой и брось на землю пред фараоном и пред рабами его. Он сделается змеем». Моисей и Аарон пришли к фараону и к рабам его и сделали так, как повелел им Господь. И бросил Аарон жезл свой перед фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Thank you.